Так. Вот такой от Сани Чадина. Как масляные пятна. Да, это небольшой. Большой, да? Не. Ну сколько? Ну, я думаю, 700. Кило 0,05. Сколько? Кило 0,05. А давайте я на видео сниму, подожди. А я что-то издалека недооценил. О, да не, он у тебя здоровенный, ни хрена. Килограмм 0,05 грамм. Вот. Александру Валентиновичу большой привет. От Ивана. Щелкни ему на мой телефончик. Давай. Вон он здоровый этот. Как он такой балансир будет играть? Ратлинг, о, еще окуня поймал сразу, смотри. Уже штук 6 там окуней поймал. Черт, а не ребенок. О, щука. По-любому щука. Да. О, да. Во-хо-хо-хо-хо-хо. Не знаю, блин. Нет, не заходит. Он башкой мотает, походу, небольшая. Фрикцион-то вроде затянут. Блин. Смотри. Фу. Это килограмма. Блин, не знаю, мне кажется, 4 есть. Рябушка. Новая лунка. Новая. Thank you.
Так ты разбери. О-хо-хо-хо-хо! Да! Это больше килограмма. По-любому больше. Да как это нету? Есть тут килограмм? Нет килограмма. Ну ладно, нету, может 900 точно есть. Килограмм на 5 хотя бы. Упирается. Не хочет свет белого увидеть. Не хочет на утренний клёв. Отпусти меня, Емелюшка. Не, подожди, не трогай там ничего. Ну, сейчас разберешь опять. Бля, Оба! Да-да! Ага, два. Это Пятерина. Так, ты пока отдыхай. Снимай меня. Вот так. Ты вытащить хочешь? Да. Вытащить хочешь? Да. Вон за пирку посередине берись. Вот за эту, да? Да, чтоб не крутилось. Поднимай и подтекай сразу. Подтекай. Есть? Чё ты идёшь? Чё ты есть? Сошла ведь. Ну чё? Сошла в лунки прямо. Ой, я так и думал. Вау! Без матов только, братуха, давай. Да нет. Смотри, что творится. Виталий, ну сегодня явно твой день. Давай, давай. Не материмся, Геннадий Петрович. Опа-на! Чувствуешь? Огонь! Не, на 30 с Газпрома тянет. Пятерник. Газпром. Бам. По самый этот. Это черт. Давай, давай, подойди, не пожалей. Что такое? Да, ты скажи, что? Ну не хочешь, как хочешь. Я хочу, ты скажи, что у меня просто. Проехали. Я хочу. Я тебе говорю, подойди, не пожалеешь, ты их пожалеешь тоже. К тому же. Ну если я пожалею, то тогда я пошел. Иди, что тебе? О, еще поймал.
щука. Смотри. А, просто... Вот этот ротлин чей? А ты его где взял? Из рыбы, что ли? Я с этой щуки его только что снял. И я тебя позвал, какой, говорю, подойди, какой? Не пожалей. А себе! Я же тебе сказал, подойди, говорю. Ты... Это дичь, блядь. Слушай, летом такое было, но чтоб зимой, блядь. Здесь что-то без движений. Третья жерлица. Кажется, две мимо. Почти полностью вымотана. Походу, нифига нет. Или есть? О! Нет! Что-то есть. Что-то это щука. Опа. Привет. Сегодня ты моя. Кто? Кто там? Давай. Щучка, привет. Лунка номер 200. А у меня сразу клюнул. На глаз. Килограммового сородича. Во. У меня тоже мелко. Так, посмотрим, что у Ивана. Так, слабенькие окушки, но есть. Опа, Дмитрий тащит. Ай-яй-яй-яй-яй. Это что было? Это где-то около кило. Я думаю, это грамм 800. Я говорю, около кило. Да. Красавцы. Пойду Виталика тормошить. Обаньки. И Виталий тащит. Ну, не очень-то крупного, но все равно окунька.
Саля, ты вчера здесь щуку поймал, да? А, два раза. Да? Два раза, да? Да. Япона мать! Смотри сюда. Друзья, привет! Ну все, ребята, зимняя рыбалка на озере подошла к концу. Ловите позитив. До новых встреч.